Это огромная поддержка. Практически все люди, с которыми я встречался, все расписывались под письмом за освобождение Урлашова. Я вам могу сказать, я как юрист глубоко убежден, что вина Урлашова не доказана. Те материалы, которые я видел, которые видели адвокаты, это не доказательство его вины. Но, к сожалению, мы знаем, что справедливого суда у нас ждать не приходится. Я сам на этом убедился, когда меня совершенно заказным образом сняли с выборов. Решение областного суда, поменяли судью, значит, явно, что это было заказное дело, ну, так боялись. Мне, как человеку, который много лет занимается политикой, очень обидно, что наша власть так себя ведет, вызывает такое недоверие у людей. Но, тем не менее, я считаю, я человек оптимист, я считаю, что мы должны бороться, мы должны идти до конца, мы должны добиваться освобождения Урлашова, значит, через все судебные инстанции, и то, что люди поддерживают мэра, я считаю, это очень много значит. У нас, к сожалению, много чиновников на самых разных постах, вы знаете, да, и в области, и в муниципалитете, которых никто не знает, которым никто не верит, и тем не менее, значит, они делают вид, что они легитимные, что они занимают свои посты достойно. Я считаю, что доверие народа, его может только заслужить человек, который открыто идет к людям, который с ними встречается, который им объясняет свою позицию. Именно так вел себя Евгений Урлашов.